Здравствуйте, инспектор, спасибо, документы ваши, будь добра. Еще не один находится? Здравствуйте. Отдельный специализированный батальон номер 2. Спасибо, документы ваши, будьте добры. Да, пожалуйста, вот права. Страховку писать прошедшую? Да, давайте посмотрим. Так, и приложение, будьте добры. А, приложение? Аккаунт на вас? Да, конечно. Хочу туда зайти. Акт приема передачи. Меню. Меню? Ближе подойти. Давай, подходи к столу. Снимай сумку. Ну все, принты смотрите, чтобы не было. В руках, соответственно, ничего нету. Здесь? Да. Он там. Первый раз поднимаем.
Я знаю. Значит, заводской номер 009-045. Имеет свидетельство о поверке. Проходил данный прибор поверку 23 июня 2020 года. Действительно, поверка до 22 июня 2021 года. Но я обязан вам разъяснить. То есть данный прибор сертифицирован, поверку прошел, готов к использованию. Значит, как он работает? То есть, я при вас включаю. Значит, вам трубка. Ваши установочные данные, фамилия, инициалы. После того, как данные внесены, значит, прибор нам пишет, ставьте чистый мундштук и нажмите старт. Значит, показывают, да, подождите. Видите, да, никаких посторонних предметов здесь нет. Плата, кровь, все остальное. То есть нужно ставить чистый мундштук, давайте. Ходить будете освидетельствовать? Будете? Все, я понял. Значит, нажимая старт, он делает забор и показывает состояние, значит, содержания алкоголя без вашего отдыха. Проверка воздуха, алкоголь не обнаружен. То есть дальше он предлагает дуть вам. То есть надо сделать глубокий вдох плотно губами и выдох от себя продолжительно. Скажу, когда стоп. Дун, 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 еще. Результат 0,276 миллиграмм на литр. Значит, состояние алкогольного опьянения у вас установлено. Согласны с результатом? Конечно. Согласен.